знаю, что вот это такое. Вот так это выглядит. Вот тут у нас зарядочка есть. Пленочки. Вроде цело. Итак, все знаете, вот такие вот штуки. Это сенсорные. Давайте тряпочку возьму, покажу. Это сенсорные пенодозаторы, так сказать. Это то же самое, но с большим баком. С большим баком такой, опа. С возможностью подвешивания на стенку. Ага, крышечка обычная. Надо наловчиться. Крышечка там все прорезинено прям. Подожди-ка. Ага. Прям плотненькая крышечка. Давайте посмотрим, включается она или не включается. Он. Показывает градусы. Температуру, что-то он еще показывает. Количество пшика в одной зарядке хватает на 99 брызг. Угу. Но он не заправлен. Давайте заправим. Снимем, у нас здесь есть. Опачки. Самое вкусное, давайте. Самое вкусное. Пленочки. Нету пленочки. Ё-моё. А почему нет пленочки? Должна же быть пленочка. Не верю. Нет, пленочка есть, но не работает. Давайте. Ой. Так. Попробуем снять пленочку. О, есть. Самое вкусненькое, смотрите. Ах, как классно. Как же это хорошо, да? Красота. Ну все, давайте заправим, установим, посмотрим, покажем обзор. Вот такой размер. Довольно немаленький. Коробочка емкостью, если мне не изменяет память. А вот, 280 миллилитров. Довольно вместительная. Погнали. Друзья, вот она разместилась у нас на кухне. Вот так. Ранее в обзорах я смотрел, в первых версиях датчик плохо работал, надо было прикасаться. Сейчас я смотрю, подводишь, вот, погрязывает температуру, срабатывает пена, но я еще не заправил. Давай. Ну, включается, должен количество еще показывать пшиков. Непонятно. 95. Ладненько, заправим, покажем. А тут у нас будет он висеть. Сюда будем заливать ферри с водичкой. И будет выходить пенка. Эконом режим для мытья посуды. Вот, ребята, залили 1/3 ферри. Причем лил на глаз, без каких мерных стаканчиков. И 2/3 водички. Подносим. Получаем пенку. По-жлобски, экономно. Раз заплатил, хватит на дольше. Вот такая история. Друзья, продолжение вот этой вещи, о которой вы только что слушали, смотрели, решили доснять вторую часть. Почему? Потому что мне кажется, это важно. Насколько хороша и прекрасна. Насколько хорошо и прекрасно это устройство, скажет, наверное, следующий наш поступок. А именно, ребята, мы купили еще одно точно такое же. Почему? Потому что за использованием, наверное, уже месяца три у нас вот эта штука. Мы ее всего
два или три раза, по-моему, не буду врать, заправляли, и всего один раз заряжали. Используем мы ее только для ферри, то есть моем посуду, поднес с пропорциями 1 к 3, 1 ферри 3 воды, и купили точно такую же для того, чтобы повесить ее в ванную и заливать туда именно мыло. Мыло тоже мы купили особенно, уже попользовались, уже проверено по зарядке. Еще ни разу не заряжали, 54, пользуемся уже где-то, я не знаю, может месяц, фиг знает. Ну, может недели 2-3, не знаю, короче. Ни разу еще не заряжали, ни разу не заправляли. Пока все на месте, работает, также работает здорово. Единственное, что под него покупали отдельное мыло, вот такое. Мыло стоит тоже немало денег, 500 рублей, ну гривен. Под него тоже сейчас дальше, после всего этого видео, сделаем отдельненько обзор, вам покажем. По гаджетам, что не рассказал вам в первой части, это зарядка Type-C. Про бак, вы знаете, 280 и 1200 мАч по батарее. С вот этим гаджетом, который висел в ванной, у нас случилась проблема сразу на следующий день после установки. Об этом вы сейчас увидите. Мы вам расскажем, покажем. Но, слава богу, все обошлось, все работает, все здорово. И вот это мыло, это именно пена мыло. Очень рекомендуем. 500, 500, 500. Итого 1500, но, блин, оно того стоит, ребят. Ребят, рукожопие – это наше все. Вчера заправляли с вами нашу вот такую штучку. Это с ванной вот мыло уже слил назад. И засыпал рисом. Походу, важный момент, когда заправляете вот сюда вот, вот в этот бачок, нужно сначала отмерить в какую-нибудь емкость, а потом смело через комплекты Шидуджи. Где они у нас? Вот такие маленькие. Ну, можно взять и обычную, которую вы используете на кухне, она туда тоже спокойненько влазит. Ну и в общем, и тогда спокойненько, смело переливайте сразу всю дозу. Потому что когда вот это по чуть-чуть, полная, не полная, вот эта штучка, с вот этой, они прилегают, вот. Вот это с вот этой, вроде как плотненько прилегает, но все же вот тут вот оно умудряется протекать. И все, все вот это почему-то очень сильно мокрое. А тут, скорее всего, вот еще какой-то датчик от затопления или что, не знаю. Ну, просто торчит какая-то вот проволочка непонятная. И перестала включаться. Хотел утром помыть ручки, но нет, не тут-то было. Поэтому сейчас засыпали, просушиваем. Хотя бы стал включаться после того, как я его протер салфеточкой. Так, дальше феном обработаем и надеюсь, что заработает. Будет очень грустно, печально.